Сегодня в Доме правительства обсудили ход реализации национальных проектов. Эту работу в республике курируют члены Совета по стратегическому развитию. О принятых решениях в сюжете Дмитрия Ковалева. По разным причинам, а чаще всего из-за некачественной документации, социальные объекты вводят с опозданием. Так и в рамках национального проекта «Демография» были не освоены многомиллионные суммы. До сих пор продолжается строительство детского сада в селе Большие Катраси. Подрядчик подвел. А в столице региона еще одним дошкольным учреждением могло быть и больше. Не освоены средства федерального бюджета в размере 31,2 миллиона рублей, которые были предусмотрены на начало строительства объекта «Детский сад» на 110 мест в микрорайоне 14 Новоюжного района города Чебоксары. Потребности в детских садах растут. В очереди на получение мест более 20 тысяч дошколят. Снизилась численность воспитанников частных детских садах. Там тоже пояснение есть, что там закрылось 2 детских частных сада. В этом году в республике должно начаться строительство еще 9 детских садов. Поручение в РИО главы региона подготовить в ближайшее время проектную документацию и утвердить поэтапный план работ, чтобы не отстать от намеченного графика. За исполнением контрактов наладят тотальный контроль. Почти по всем, наверное, пунктам включить, если поддержите, организовать контроль Министерства финансов за исполнением контрактов как органом внутреннего финансового контроля в соответствии с 44-м ФЗ. В приоритетные программы могут быть включены и законсервированные объекты, в их числе так и не введенный в строй действующих групповой водовод в Шумурше и очистные сооружения в Цивильске. Если его в программе нет, давайте срочно начинайте работать по нему, и соответствующим образом давайте будем объединять усилия для того, чтобы его включить. Вся проблема прошлого года получилась в связи с тем, что у нас были поставлены объекты, где реализация которых не приведет к улучшению качественной воды. Сверять этапы реализации национальных проектов республики члены Совета по стратегическому развитию будут теперь чаще. Работу по достижению экономического роста региона необходимо ускорять, отметил Олег Николаев. Я предлагаю нам собираться ежемесячно. Те проекты, которые будут являться стоящими или территории, будем соответствующим образом более глубже изучать, вырабатывать подходы для того, чтобы нивелировать эти процессы. В президиум Совета войдут и депутаты Госдумы России. Также Олег Николаев поручил запустить сайт, который будет держать жителей республики в курсе новостей о реализации национальных проектов. Этой работой уже с сегодняшнего дня займется Министерство цифрового развития и информационной политики региона. Крайний срок – середина апреля. Это необходимо для того, чтобы жители региона тоже смогли оценивать работу по достижению национальных целей развития. Дмитрий Ковалев и Павел Рядков. Республика.